Привет всем! Это седьмой дневник райдера. И сегодня мы едем в Бельгию. В бетонные бельгийские скейт-парки. Вот. Но с погодой сейчас непонятно, поэтому если пойдет дождь, то мы все равно поедем в Бельгию, посмотрим эти парки там. А после этого поедем в Голландию, в 040 BMX парк, уже известный вами. И там снимем How to the Leap обязательно. Думаю, будет очень круто, трип уже начинается. Все, погнали! Попали в какую-то небольшую пробку, из-за которой мы на полчаса задерживаемся. И с погодой стало еще более непонятно. Когда только выехали на автобан, сразу светило солнце, было так классно. И сейчас снова где-то тучи нагоняет. Надеюсь, удастся хотя бы чуть-чуть раскатить в бетонном парке. Вот. И, в принципе, если пойдет дождь, я сильно не расстроюсь. Поедем в скрытый парк 040. Он, благо, неподалеку. И все будет нормально. Все, давайте на связи. Наконец-таки прибыли в парк. Очень такой интересный. Пока еще не раскатился, ничего сказать не могу. Но могу сказать, то, что местные ребята очень радуют. Такие резкие бельгийцы. И надо сейчас снимать How to the Leap обязательно. Ура, ура, ура! Наконец-то я снял How to the Leap. На этот раз все получилось. Заснялось. Я думаю, хорошо смонтируется, еще и в скором времени вы увидите. А пока посмотрите на парк, он просто идеальный. Все радиусы очень плавные, такие вообще не чувствуются. Копик не чувствуется. Все просто сделано настолько идеально, не знаю, как в компьютерной игре. Едешь, все очень плавно. Единственный минус заключается в том, что вся горизонтальная поверхность сделана из бетона. А вот эти радиусы, все пирамидки, все наклоны сделаны из какого-то, не знаю, особенного материала или сверху бетона что-то покрывает. И у меня такое ощущение складывается, что немножко скользит, совсем чуть-чуть. Не знаю, или может потому, что еще пока не привык кататься. А так вообще очень круто, и надеюсь, сейчас погода позволит покататься. Где-то, наверное, часа три у нас есть еще. Еще наснимаем какие-нибудь трючки. А может даже сыграем в Game of Bike там с местным бельгийцем. Очень уж просится. Это моя любимая часть парка. Смотрите, тут такой, получается, пол бассейна на фоне красивых деревьев, как в Калифорнии прям. И все очень качественно сделано. Обратите внимание на стыки между радиусом и бетоном. И еще тут есть пару трансферов. Смотрите, один идет радиус-радиус, а второй такой же радиус и подкат.
тоже, к сожалению, немножко подустал. И пока сейчас отдыхаю на такой интересной фигуре, кочке, хочу сказать большое спасибо моему спонсору Аганг, который поддержал меня с сегодняшней поездкой в этот замечательный скейт-парк. И скажу вам такую новость, что теперь бренд Аганг и автор под одним именем. Если вы не знали, то бренд Аганг является BMX-подразделением фирмы Автор, которая делает горные велосипеды, всякие скоростные велосипеды, контриники разные. Вот. И со следующего года теперь уже рамы, комплиты будут называться не как раньше Аганг Пимп, а будут называться Автор Лапа G Пимп. Вот. Будет очень крутой комплит. И надеюсь, что еще мне дадут возможность сделать свою промодель рамы. Я тут уже все придумал. Вот, и будет очень круто. Фанбокс на самом деле здесь очень крутой. Смотрите, тут пологое приземление, и он подходит идеально даже не только для обучения базовых трюков, но и более сильных. Уже можно трюки с трешкой учить, здесь трешки вип, всякий трак, вот, бэкфлип. Сегодня я забыл шлем, и немного страшно делать трюки. Но думаю, еще сейчас попробую дабл вип, может быть, бэкфлип. Обратите внимание, как тут сделано в Водостоке. Я не знаю, меня это очень сильно удивило. Я ни разу не был в бетонном парке в России. Вот, но тут сделаны специальные ручейки от каждой фигуры, и они приходят в такие вот водостоки. Ну вот и все, я уже накатался, очень сильно устал. Надо будет я сейчас уже ехать домой. В завершение могу сказать, что парк очень крутой, всем советую посетить. Находится он в Бельгии, в городе Ломме или Ломо, как-то так. Вот. Тут была такая приятная неожиданность. Оказывается, некоторые дети знают о моем канале, они из Бельгии, но они меня спросили, буду я выкладывать это сейчас видео, которое я сейчас снимал здесь на YouTube. Я им сказал, как называется мой канал, они меня нашли, сказали, что видели мои видео. How to Fujam Tailwhip, там еще Бенни Хопа. И я очень рад, что мои видео смотрят райдеры, которые даже не знают русского языка, просто за счет монтажа, не знаю. Вот. В общем, все. Сейчас пойду еще по парку погуляю, как и обещал. Там есть много всяких приколюх, но сейчас вы еще это все увидите. Представляете, в бетонных парках все настолько сурово, что даже лавочки у них сделаны из бетона. Выглядит как дерево, но на самом деле это все бетон.
у вас получится сделать ТЛВИП. Я верю в вас, вы сделаете. Вот он мой секрет хоу-ту, почему у вас получаются трюки. Вот он. Даже и в стриту мне сегодня удалось раскатить. И, наверное, на этой счастливой ноте мы заканчиваем 7-й дневник райдера. Если вам понравилось это видео и вы хотите дальше, чтобы я путешествовал по паркам и рассказывал все вам, если вам нравится такой формат видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы еще это не сделали, чтобы не пропустить следующее видео. И увидимся в следующем выпуске. До новых встреч. Пока. I'm coming all right now. Drama stress.